батя доволен, да? Угу. Так, следующая миссия. А вот и кавалерия. Сложность. Я починил вольверина. Ага. Его можно скинуть и достать что-нибудь на 35-тонное. Нам же на 30 или 35 тонн нужен мех для ботов. Для нас, для ботов. Оптимальный. Ну, есть пантерка наша. Ее тоже нужно починить. Классическая пантерка. Угу. Альтернатив нет? Пока не вижу. Ну, там можно, кстати, сортировать по весу. Уменьшение, чтобы там или увеличение было. Да, они все 35 тонны примерно в одной средине там сгруппируются. Ну, получается, ну, что у нас? Ну, либо Дженнера брать, либо Фаерстартера. Ну, Фаерстартер — это вообще огнеметчик, это ближний. Да. Ну, это хуйня, не, на бот Фаерстартер — это говно. Тем более у нас есть. Убермех есть. Спайдер. Вот такие. Ну, я даже не знаю, что чуть ответить на эту хуйню. Очень, ну, выбирай сам, короче. А что там, спайдер-то, оружие-то на нем есть вообще? Два лазера и все. Выбирай любой, похуй, короче. Ну, я не знаю, надо какой-нибудь, типа, дистанционный, наверное, или универсальный брать. Ну, по пантерке хорошо ее починить, тебе давай починим пантерку. Ну, давай пантерку. Снайперские боты. Там убили в ней пилота нашего. Да? Угу. А там не с выбитым кокпитом есть какой-нибудь пантером? Не, только и одна. Выбитым сорсом, блять. Только одна такая. РБД-5. Так, ну тогда поехали дальше. Что у нас тут по операциям? Контракты, военная зона. Баблишки возьмем. Деньжат подобьем сразу. На все. Под военную зону особо некого брать, на самом деле. Ну, а нам делать? Бы перелететь куда-нибудь, у нас все пополомано. Ну, если быстро только пройти, конечно, можно, да. Наверное. Ну, я у нас, взял у нас, на типа, деньги. Даже 4 бота не набирается просто. Я честно, бабло взял, все по-быстрому разъебем. Угу. И все. Так, снимаем пацанов. Здоров, здоров. Все здоровы. Так. И чё взять-то? Вархаммер опять. Ебашить. Может, Thunderbolt попробовать, я Вархаммер возьму. Разнообразие. Ну, давай, да. Thunderbolt, бери Вархаммер, что у нас ещё остаётся? Вот этого пацана. И всё. Не сними этого пилота, он не запустится. Да. А Джиггермеха не ставь лучше. Ну, лучше Драгон Фанга просто. Там хотя бы если отобьют, только один пич потеряешь. Двухлычковый ее поставил. Тоже жалко на самом деле, блядь. Так. Ну давай, ладно. Поехали. Перезапустим, если что. Тогда миссию. Mm-hmm. Если кого-то сильно кацанут. Сенсорс онлайн. Снег какой-то. Ебать. Уебищный, блядь. Какой он крупный, блядь. Remember, you have to be alive to spend it. Come back safe.
Так, как есть горка какая-нибудь путевая? Клево, блядь. Бля, нихуя вообще не видать. Хуя он жарит, блядь. Да, уж ты походные эффекты, блядь. Ой, а я, кажется, вижу горку, чувак. Да? У тебя там, кстати, пич есть. Да, я знаю. О, вот она, лень, горочка неплохая. Ну, ты смотри, он с ним перегревается. Недостаточно охлаждения. Ага. Пич, ракеты, три лазера. Ну вот это вот горка, ничего так. А, вижу, да. Забирайся на меня. Так, я на ней, давай. Так, надо вот этого пацана активировать. Вархаммер идет активировать. Copy. Moving to position. Давай, иди ко мне, шлюха тупая. Я готов. 15. Так, кто-то там. Загорели. Размер, блядь, этой нахуй. Снежинки нахуй. Все тут. Человеческую голову, блядь. Ну такая вся горка, конечно. Невысокая, блядь. Он там повыше, кстати, по-моему. Если это... Я непонятно там. Да, ебать. Они риснули шурик где-то, я вижу. Это в ебенях они. Они риснулись, и они хотят войны. Тяжелый танк, блядь. Сзади вертушки летят. Что-то отлетались. Я с горки свалился. Свалился в яму? Нахуй. Это шара. Новые силы противника. Воротаюсь на горку. Он сзади идет какой-то хуй. Горка это, конечно, и погода, это дерьмо, блядь. А, там 1.5 километра, это бесполезно. Там сброс слева, блядь. Не везде, блядь, вообще. Сейчас будут окружать петушки. Он идет. До 2 метра не видно. Но... Бедненький. Бля, это надо руку отбивать, хуй сос. Блять, не видно, конечно, ничего, блять, вообще. Ебаш, ебаш по руке. На тебе, петух. Бля, почти. Выбили ему. Да. Петушок без ручки. Я за ним гоняюсь, стреляю ему в спину. Та-та-та. Блин. Все. Так, там он на базе риснулся какой-то пес. Или добежал тут. Там тоже руку надо сбивать.
На тебе. Не, минус рука. Вторая рука тоже без брони. Закрывай его, блядь. О, блядь, еще один, блядь, появился, ебать. Ой-ой. Ну это мы руки отбили. А, десантировался. Это шара. Ой, меня хотят сучары, блядь. Попал. На тебе, блядь. Тактика, конечно, миличника без огнемета не дает того эффекта, которого хотелось. Все, ушел. Так, а что там, вверх туха летит? Ага. Еще скоро выходить уже, блядь. Так, еще двоих, вон идет один какой-то, сзади обходит где-то. А, ну как раз двое. Хорошие роботы прибегают, я хочу. Да. Робот потерялся нахуй. Блять, сука. Это я хуйню сделал, мне это так разъебал. Минус. Одного минус. А. Что там все сильно? Ой, ебать. Я долбить смахстрили, блядь, это ваши. Еее. Грудину ему нахуй присаживаем. На нахуй, на нахуй, давайте, пацаны, ай, ему осталось пробить просто немножко. Все, готов. Все, на выход, мы покоцаны. Точнее, вы покоцаны. Валим, валим, блядь. Че, никого ничего не выбили? Не знаю. У меня вообще почти целый. Ну, я танковал, наверное. Да, да, да. Ну, тебе, в принципе, ты правильно сыграл, у тебя огневая поддержка, он у тебя в ближнем бою не особо. Я сначала с печа как-то хуёво стрелял, потом прицелился. Его если просто тупо направлять, нихуя не будет. Он мимо бьет. Надо... У него баллистика есть, да? Да, нужно стрелять где-то чуть левее, чуть правее от цели, куда она идет по направлению цели. Да, скорость полета снаряда какие-то такое лапочки вперёд. Иначе ничего не будет хорошего. Это минус перед большим лазером. Да. И плюс перегревается, что пиздец, да. Ну, тут тоже более-менее подстроился под перегрев. Отлично, уходим. Вот и все. Там даже тут не просто лоссар был. Ага, а покинь туда влетели. Пизды получать. Это снег точно, вырви глаз на тебе. Ну да, конечно, на этом, на Вархаммере доминируешь, блядь, больше всех на псевдоделочек. Так, ну тут особо брать-то некого. И ничего. Зато деньжат подбили. Лен, 4 сразу 800. Блин, богато, богато. Так, ну тут больше ничего.